Абдалы Шушбаев был 20-летним призван в Красную армию в 1939 году Ленгерским районным военным комиссариатом и направлен в 107-й полк 7-й дивизии в качестве заместителя политрука. Имел звание старшины. 18 октября 1941 года попал в окружение в Калининской области и был пленен немцами. Я служил в Забайкальском военном округе. Однажды нас перебрасывали на запад с танками и другой техникой. О начале войны мы услышали в Саратове. Через 4 месяца после начала войны попал в плен в Калининской области. Уже не помню когда, но мы с товарищем сбежали. Сколько шли, тоже не помню. Вышли к партизанам. В партизанском отряде нападали на немцев, железную дорогу взрывали. Потом опять плен, пересылки из лагерей в Ярославле, Борисове, Брестоле. Работал во Франции и Англии. 3 мая 1945-го нас освободили американские войска. Дальше направили в Одессу, на сборно-пересылочный пункт. 9 лет сидел за измену родине, так как не застрелился, когда в плен попал. По истечению 15 лет после всех скитаний и ударов судьбы, Абдалы вернулся домой и в 1955 году женился на 18-летней Урбыш. Я была на 17 лет моложе мужа, родила ему 6 девочек и 4 мальчика. Сейчас у нас более 50 внуков и 40 правнуков. До сих пор живем в любви и согласии. Как только жизнь не била, мы все вместе переживали. Хочется отметить, что 4 из 7 ныне здравствующих пленных нашел энтузиаст из Толебийского района, Торебек Айтбаев, который кропотливо занимается этим уже 1,5 года.